Нихает. Все. Закончили. Надеюсь, господину Кериму понравится. Конечно, понравится, почему бы и нет. Шехрезад, нам не надо было есть столько пиццы. Теперь я не влезу в свои вещи. Перестань, от этого ничего не будет. Не будет. До праздника должна сесть на диету. Что с тобой? Это просто корпоративная вечеринка. Ну да. Но кажется, для тебя это очень важно. Нет. Да, именно так. Ну давай, рассказывай. Что рассказывать, Шехрезад? Все рассказывай, Бану. Я молила Всевышнего. Пусть мне достанется его имя. Даже думала, какой подарок ему подарить. Но нет. О ком ты говоришь, Бану? Неважно. Это господин Керим? Ты догадалась? Как давно ты любишь господина Керима? С первого дня нашего знакомства. Уже давно. Но он даже не догадывается о том, что я его люблю. Если ты ему это не показываешь, как он узнает? Я не могу ему открыться. Если бы он хоть немного обращал на меня внимание... Может быть, я бы ему и сказала, но что поделаешь. Мне кажется, это незачем. Почему? Я борюсь с безответными чувствами. Все напрасно. Почему ты так говоришь, Бану? Почему ты воздерживаешься? Сначала расскажи ему о своих чувствах. Все остальное сложится само собой. Это невозможно. Я должна знать свое место. Кто Керем? А кто я? Не говори глупостей. Я совсем так не думаю. Чем ты хуже него? Ты красивая, умная, с высшим образованием, из знатного рода, что еще надо? Мы с ним люди из разных вселенных. У него другой мир. Совсем другой. Моя любовь изменчивая. Пожалуйста, прошу тебя, приходи на новогодний вечер, не оставляй меня одну.